Подожди. Стой. Стой, брат, иди сюда, на. Добро пожаловать в Fortnite. У нас в магазинчике нарисовался вот такой вот скин под названием Дэр, который очень классно вписывается в стиль этого сезона. И так как скоро сезон заканчивается, нужно максимально насладиться этой тематикой. Потому что я уверен, что следующая тематика, это уже 10 сезон, там будет максимально все изменено. Потому что 10 юбилейный сезон, и я думаю, изменений будет просто немереное количество. Также скоро World Cup, ивенты, много всего интересного. Я очень надеюсь, что я смогу слетать в Америку, в Нью-Йорк, снять для вас классный влог. И, в принципе, вы вложите его на канал с World Cup, естественно. Я хочу напомнить, что вы можете поддержать меня в магазине Fortnite, нажав на поддержку авторов и вписать сюда NemoFlageGK. Все. Делая покупочки, вы поддерживаете мой канал, вы просто, ну, вы реально качество контента повышаете все лучше и лучше. Ну что ж, ребята, мы отправляемся играть, выигрывать и тащить каточки, паблики, соло. Let's go. Опа. Мадмуазель, а что это мы тут лутаем? Или, может быть, мистер? А он подо мной. Подожди. Стой. Стой, брат, иди сюда, на. Ой, как больно было, что-то я немножко перегнул. Пивко. Понял. Теперь без пивка. О, нормально сейчас. Бочонок выпьем. Ну что, давай, Пампани, подведи. Я надеюсь, ты сможешь что-то выдать. Ну, показать достойно. По крайней мере, ты это делала пару сезонов назад. Не, ну за что? Это он же тебе ничего не сделал, бро. А вот я тебе, может быть, сделаю сейчас, так сказать, причиню некую боль. Хорошо. Сломал. А, ты наверху. Не отпущу. Так. Ты отдашь, нет? О, тихо, куда пошел? Все, не уйдешь, не отпускаю, нет. А да, это, все. Я отказываюсь играть с фампой, хочу с палкой. Блин, скеты такие маленькие, теперь не особо привычно, лол. Такие малюсенькие. О, смотрите, кустик. Может быть, снимем себе куст. Без кустика будешь играть? Как тебе такая идея? Брат, я тут. Что такое? О, подождите, у нас гости. Подождите, я сейчас сделал так. Ага, подожди. Ага, это у нас трапы так ставятся, кстати. Трапы что-то начали багово ставиться в Fortnite. Мне это очень не нравится. Практически не ставятся. То есть, типа, они должны поставиться, но не ставятся. Так, Epic Games, давайте подправим в следующем патче, реально. Вот давайте в следующем патче, окей. О, вижу цель. Полностью приятный парк лутает. Мне кажется, это будет неприятный парк для него теперь. Ну, для меня, кстати, он мог остаться последним парком уже. Оп, тихо. Как я вовремя среагировал. Ай-яй-яй. Хорошо, попали. Дважды. А скейт никто не принесет? Не, я сегодня, походу, без скейта. Ну ладно. My boys and girls. О, вижу цель. Понял? Ага, костер, значит, да? Тихо, там. Да, вот этот прикол. Хорошо. 7 батутов, вы что, гоните? Лол. О. Нет, здесь не было чего. Ну, скорее всего, в этой железной кон... Да. Там кексик сидит. Давайте закроем его. Если он, конечно, будет агрессировать, нам придется... Это, он агрессирует. Да, подожди, тихо. Давай найдем с тобой другого чела. Потом с тобой пофайтимся. Еще один. Не ломай только. Все, не ломай. Да, найдем просто чела и все, потом с тобой пофайтимся. А, понял. Там кто-то мой батут уже приходовал. Так, все, постный парень. Успокойся. Испугался, да? Да, подожди, ты-то куда? Ты как знал, а? Ладно, он просто так не даст сделать. Так, прилетел. Короче, он не даст мне просто так разобраться с ним. Или, может, оставим его в покое просто и все? Куда улетим? Никуда, правильно. Ну, а сейчас хочу передать привет Аркадию. Братишка, я знаю, что ты меня смотришь. Поздравляю тебя с днем рождения. Я знаю, что тебе исполнилось 9 лет. Эту победу я хочу посвятить тебе, брат. Йоу. От Марата привет, кстати. Ну что ж, надеюсь, вам понравился этот ролик. Не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх под этим видосом. Если вы хотите поддержать меня в магазине Fortnite, заходите в магазин, нажимайте на поддержку авторов и вписывайте сюда NemoFlageGK, нажимайте Accept. Все, готово. На этом все, с вами был FlageGK. Всем удачи, всем пока.